типа того, да. Замираю. Вот это летучие мыши достаточно тройские, короче, они так летают шустро. Они так вот бесят. Как-нибудь спускайся. Да, конечно. И не раз. Ну это да. Ай, блин. Ау. Да чтоб тебе топ, попади по ней. Вау! Покупайся там. Ну, чё типа, да. Есть такое. Ну давай, поднимаемся как-нибудь. Ау. Блин, вот это вот рапира или как ее назвать, она, короче, так не очень. Она медленная, она вроде бы длинная, но она медленная, пипец. Просить как-то там вроде лучше. Ау!
Топор вроде самый отстой, вроде вообще. Или ножик вот. А, да, уже прошел. Долго я ее тащил, это точно. Да, и блин, может взял. Там даже сам с тоски не зарежешься. Теперь только затыкать надо. А ты, может, потыкаешься? То кортиком-то особо не тыкается.
Мяу. Кажется, трость тут самая нормальная тема. Так, мы быстро проиграем. О, это полезная штука. А сейчас как никогда полезная. Я странный топор взял, я не хотел его брать.
Да. Оу! Фига себе, четко в лунку. Главное, уж маленькая дрень была и умудрился упасть в нее. Сайт, ну вообще. Как это мне уклюже было. Летает, они еще хуже, чем под сливание, наверное, летают. На экране уже столько дерьма становится, что все зафигеваешь. Thank you.
здорово. Я уже Тинитун прошел, как бы. Уже так это тут доп гоняем. Спасибо. Ты тут так наполучал много. Ладно, так, так тоже сойдет. Да не знаю. О. Сейчас мы играем Master of the Darkness на Master System. Ну, это есть типа такой аналог Кастельвании, да. Только на Master System. Пистолет походу такой днище. Ну, Shot Clone тут прям чего не наесть, как Кастельвания. Но тут много разных ходов, куда идти. То есть она такая не совсем полностью линейная. То есть есть разный выбор, куда валить. Да ё-моё. Так, всё, прошли тут. Не, рапировать не будем. Слишком медленно. Может ты типа... Ой, блин. Не увидел тебя, родной. Замаскировался ты хорошо. Так,
Что бы это напоминало, да? Ох ты, блин. Секунду, звонят. Момент. Где у меня этот микрофон-то?
Сорян, пацаны. Родаки звонили. Я думаю, всем понятно, что это уже значит. Блин, тут вроде не обязал уйти. А, не нужно вот так вот сделать. Вот здесь тройская тема вообще. Блин. Ну давай, забирайся. Вот он так дерьмово бывает, забирается по этим лестницам, что бочкуешь, что упадешь. Ай-яй-яй, надо было сюда сначала, потом сюда. Блин. Ау, вот эту парашу взял, блин. Лучше бы хпшку дали бы. Не-не-не-не. Это точно мне не надо. Фреска сатин. Мне сегодня на ночь. Я просто реквест сегодня проходил. И пока вот тут еще играем. Фига, они так испугались, сиганули. Закружился. Ого, птички-то злые оказались. Да ё-моё. Так. Птички задолбали. Да, вот туда лети. И ты лети туда. Нет. Нет! Нет! Злая собака. Заберем чё-то.
дальше. Стой, тихо, тихо, ты родная. О, вот эта штука хорошая. Это мощные штучки-дрючки. Вау. С какой-то секретный ход? Это... Да ладно. Тут надо вверх или вниз, интересно. Получается. Ой, ё-моё, вот это было плохо. Это ценные хреновины, их надо беречь. Резиницу ока. Я их так разбазариваю. Минус все. Хорошо, хоть он меня остановил, а то бы я сейчас еще один пол бы выкинул бы. Да ё-моё, а! Да ё-моё, блин, сейчас убьют их так. Ау, блин. Просрался и колье козырное. Thank you.
Давай бомбочки возьмем. Надо вот эту вот тёк убить там вообще. В общем, да. Не надо тут бить стел. Это было дело. Так, пройдем. Фигня попадешь.
Да чтоб тебя, а. Так, бывает, бесит эти летучие мыши, просто вообще капец. Так, тут фигня. Срать тут. Да. Да чтоб тебе. Какой ты, блин, плохой. Плохая птичка. Пришли к самому концу уровня. Наверное. Я чуть-чуть не по, блин. Как тут запрыгивать? Ай-яй-яй, больно.
пофигу, так запрыгнем. Потяну конец уровня. Ого, берем. Не берем. Свой коль я просрал за одну секунду. А развернуться тебя не учили? Типа фиговины не бить надо, их они это типа меня вот так вот доставляют наоборот. Это я только сейчас понял. Ну, давно не играл, уже не помню черта. Ай, блин. Нормально. Ну, назвать ее каким-то какой-то супер плохой, ну, сложно. А, здесь у нас все равно выпрыгивает, да? Скажем так, для Master System это пушка. Или что, или это я просто так себе проблему создал? Жаль, просто так себе проблему создал. Сера, да? Ну, это да. Thank you.
он сдох. А, еще не сдох? Я все-таки сдох. Тинитун уже закончился. Ну, вроде похож так-то. Пиксели такие же. Интересно, Михаил. Вроде не хуже выглядят. Так, тут тоже какой-то лабиринт. Сколько я помню. Нужно знать, куда валить. Ай. Пистолет нам точно не нужен. Ай, блин, я дождался. Так, я кругалями кручусь. Там я что-то помню, надо куда-то спрыгнуть, что-то из этого. Да, блин. Нет, неправильно. Значит, и туда все-таки надо идти. О, блин, вот это было опрометчиво. Вниз или куда? Блин, да ты издеваешься же, игра. Как отсюда выйти? Да ёп. А, понял. Вот эта штука нужна. Нет, вот это точно не нужно. Ну это типа final boss. Это Master of the Darkness, это на Sega Master System. Ай, не попал. Ай-яй-яй. Еще вторая форма же будет, насколько я помню, да?
Первая форма готова. Блин, там прямо дождин у нас валит, прям вообще жесткий. Не, еще не все. Вторая форма. Тыкву сразу колом тыкву, ааа, и все. Ну типа и все. Теперь все. Точно, это победка. Прикольная вот тема вот концовки. Ну, то есть вот, титров, как они тут пишутся, оригинально заморачиваются создатели. Я даже не знаю, как она реально называется. Ну, видать, может так называется. А как у меня это меню называется сраное? Ладно, оно вот так вот называется. Ну чё тогда? Наверное, я думаю...